Здорово, братва. Еду уже домой обратно, в Тулу, из Калуги. На выходных побывал в Калуге, родителей навестил перед Новым годом. И сейчас поеду кота ветеринарку вести. Кот болеет постоянно. Сейчас у него на шее такие, как сказать, какие-то раны. Это аллергия на какой-то корм. А корм покупали дорогой, пришлось покупать из-за того, что у него проблемы мочекаменные. Поэтому, короче, все одно, за одно цепляется. Сейчас поеду делать ему укол. Один укол сделали, недельку пожил нормально. Сейчас опять начал расчесывать. Дали желательно 2-3 укола сделать. Интервал недели. Сейчас я вам покажу, приеду и повезу ветеринарку. Че, приехали? Сидишь, бедолага, ну и что? Пойдем. Укол сделали, в принципе, заснять даже ничего не успел. Это длилось ровно не больше минуты. Едем обратно. Сидит он сзади, мяучит. Мяуки. Мяучишь? Покажись. Все, домой едем. Бедолага. Приехали домой. Трется. Вот у него на шее тут болячки. Три штуки. Все видно. А вот второй. Питомец, девочка беззащитная, да, малышка? Любит, кажется, с ней жестко. А мама любит нежность. Да, девочка? Короче, это. Мне тут еще подогнали подгончик такой к Новому году, сейчас покажу. Пакетик. И в нем. Вот такая прекрасная бутылочка. Хеннесси. В принципе, приятный подгон. Но правда я не пью. Ну, иногда можно. Попиваем Хеннесси. Так что вот Хеннесси XO я пил, кстати. А это Хеннесси, не знаю какой. Просто какой-то Хеннесси. Ну, я вообще не пью в последнее время. Как-то не хочется мне. Но этот, я думаю, попробую. Такие приятные вкусы, ароматы можно пить. Это не дешманская какая-то шляпа. Так что... Народ, всем привет! Наконец-таки затонировал лобовое стекло на Гетце на своем. Вот так это примерно выглядит. Тонировал пленкой 50%, на боках 15%. Задние стекла у меня два слоя пятеркой. Ну, то есть в машине ехать стало очень комфортно, приятно глазам. Ни солнце, ни фары вечером не слепят. Вот так это как-то выглядит, если приоткрыть. Но изнутри практически ничего не затонировано. Снаружи, ну, смотря под каким углом смотреть. Мне кажется, из-за задних стекол моих глухих, кажется, будто бы вообще бункер. Иногда, когда смотришь под углом. Ну, сейчас остановлюсь протирать номера, потому что спереди Обнинск, там много дядек с палками, короче. И чтобы лишний раз не тормозили, протру фары, номера, и как раз засниму, как это выглядит с лбом со стороны. Так это выглядит со стороны, и эта пленка 50%. Это, считай, как полный бункер практически. Вонючка желтая, это желтая, ядовитая, ее почти через тонер не видно. Ну, то есть, вот как-то так. Ладно, в общем, я выбрал время. Вот она, балалайка, проводжи. Фокуса нет. Сейчас буду ее снимать, буду пробовать сам замутить там все провода. А вот она моя любимая. Вчера, когда снимал магнитолу, долго мучился, хотя там она нигде не зацеплена. Но я забыл, что есть же вот такие два ключа. Чтобы вытащить легко магнитолу, вот здесь по бокам суются эти ключи. Вот здесь вставляем их. Там отгинаются, ну, усики эти. И магнитола вообще легко достается. Вот, сразу пошла. Вчера я с ним мучился долго. Вот и все. Магнитола вышла. В предыдущем влоге уже показывал, здесь такой разъем стоит. Как в магазине сказали, это вообще с дешманских магнитов. Ну вот этот Prodigy стоит, который на допе ставит в салоне. Купил. Вот такой евроразъем. Вот такие вот две фишки. Они вставляются вот в этот переходник, который с моей магнитовой идет. А вот здесь уже вход в мою магнитову. Но надо перекрутить вот эти все провода. Сейчас буду пробовать, что получится. Ситуация следующая. Магнитола заработала, подключил, но есть много но. Вот. Во-первых, у меня тут вспыхнуло, перегорели предохранители какие-то, я уже поменял, прикуриватель, но ну, не работает, сейчас заработаю, у меня магнитола саму. Сейчас плафон не работает, сейчас буду предохранители пробовать. Вот я купил две пачки предов, большие и маленькие, потому что тут и такие, и такие. И не могу найти, какой
провод на плюс, а какой на замок идет. Подключил два провода на один, но это неправильно. Если выключаешь зажигание, потом сбиваются настройки все. И динамики плюс-минус тоже тяжело найти, потому что тут штатные проводки хрен пойми, где минусы, где плюсы. В моей-то все понятно. Сейчас буду методом тыка искать. Буду заниматься сейчас дальше всем этим. В следующем видосе покажу, получилось у меня что-то не получилось, или поеду к электрику все-таки, чтобы не нахуевертить тут лишнего. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну и расскажите там, если кто имел дело с этими балалайками, как там правильно что к чему подключить. Ну, тут просто по проводам вообще хер поймешь, где какой к чему. Так что ставьте лайка и на канал давайте подписывайтесь.